Привет! И сегодня я хочу рассказать о том, как положение ваших ступней в жиме ногами или даже в приседаниях может по-разному проработать немножко группы мышц ваших ног. Итак, посмотрим. Первое. Если вы просто ставите ноги на ширине плеч, а работает, в принципе, однотонно как бы все группы мышц ног, то есть и задняя, и передняя, и боковая, и внутренняя, то есть равномерно. Если мы поставим ножки вместе и начинаем жим ногами, здесь больше будет прорабатываться внешняя часть бедра, то есть квадрицепсы. То есть ноги вместе больше работают внешняя. Если мы поставим ножки широко, здесь, когда мы будем делать жим ногами или приседать, будет работать больше внутренняя часть бедра. Если мы еще при этом откроем ножки в стороны пяточками и идем, на самом деле, опускаем низко, то есть колени идут в стороны, и толкаем через пяточки, будет еще одновременно работать очень хорошо ягодичные. То есть, видите, от разных положений ног зависит, в принципе, какие мышцы будут больше работать. Итак, напомню, на ширине плеч работает равномерно, ножки вместе работает больше внешняя часть бедра, ножки широко работает больше внутренняя. И открываем носочки, идем глубоко, работают ягодичные. Какие и когда делать? В принципе, я советую делать эти упражнения разной постановкой ног всегда. То есть работайте разными принципами, не выбирайте просто один. Попробуйте. Пока!